Многоквартирный дом на улице Семенова, 6. Большинство из его жильцов совсем недавно отметили новоселье. Дружелюбные соседи и заботливая управляющая компания. Чтобы вселяющий страх и ужас коронавирус сюда не проник, «Маяк» проводит санитарную обработку подъездов и лифтов. Нами было принято решение произвести обработку всего фонда, находящегося под управлением «Маяка», за счет своих средств. Мы решили своими силами, так скажем, не работать, а наняли лицензированную организацию, которая имеет сертифицированные средства для дезинфекции. Особое внимание при обработке входным дверям, ручкам, перилам и даже кнопкам в лифтах. Все, к чему прикасается рука жильцов, должно быть стерильным. Подъезды обрабатывают АДЭС. Это дезинфицирующее средство. Разводим мы его 0,25%, чтобы был раствор. Сохраняется он в течение недели. В очереди на дезинфекцию еще 10 домов управляющей компании. Подобную обработку, если потребуется, будут проводить каждую неделю, чтобы вселяющий страх и ужас коронавирус обошел стороной. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.